деревне Бахтигильдина Батыревского района заложили фундамент нового дома культуры. Сельский клуб сегодня – это не просто место проведения досуга, признаются местные жители. ДК становится центром культурного развития. Когда новый клуб распахнет свои двери, расскажем в следующем сюжете. Местные жители ждали этого события долгие годы. Раньше в Бахтигильдина был клуб, но концерты, праздники и торжества проводить там было очень сложно. На территории Бахтигильдинского сельского поселения был на самом деле клуб. Клуб, он старый. Даже стыдно, можно сказать, было приглашать туда артистов. Да, но благодаря наших культработников мероприятия на самом деле проводили. Но когда вопрос возник строительства нового клуба, вместе с народом, с депутатами вместе обсудили, и сегодня тоже вот видели, наверное, как народ обрадовался, что новый на самом деле клуб будет. Ну и в то же время хочу сказать, мы этот клуб хотим как-то использовать как бы как многофункциональный. В новом клубе места хватит всем. Здесь откроются кружки, разместится библиотека. Стоимость проекта почти 12 миллионов рублей, причем 11 миллионов – это средства республиканского бюджета и почти 600 тысяч рублей местного. Строительство этого сельского дома культуры идет в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики». В 2018 году мы как раз продолжаем эти проекты, которые еще в прошлом году мы начали. Это строительство сельских домов культуры. Я считаю, это самое сегодня важное направление, потому что сельские жители всегда этот проект долго ждали. Вот первый сегодня закладка камня у нас в Батыревском районе, как раз мы сегодня находимся. Ближайший вот у нас Комсомольский район. До осени этот проект надо выполнить. Рабочие уже уложили песчаную подушку и начали работу по монтажу фундаментных блоков. Первых посетителей Бахтигильдинский клуб примет в декабре этого года. Галина Титарчук, Владимир Смирнов, Республика.